пройтись, потому что вчера Ксюша, допустим, пришла, разминалась, она делала только вот так, да? А нужно сделать вот это, то есть закрыть. Правая рука за головой, левой кидаешь, смотри. Подброс на себя, закрыл. Все, и опять же, тактильная, давай, хорошо. И стараешься больше на себя и на лоб. На лоб больше, не справа вот здесь, да, ловишь мяч, а на лоб, либо на правое ухо, на правое плечо. Отлично. Движение хлёстко, рукой стараешься, не давишь, руку выбрасываешь. Рука выбрасывается у тебя на мяч. Руку выпрямляешь, не стараешься, да, хорошо. Мяч максимально верхние точки схватить, отлично. Хорошо, как мяч, да, лёг? На кисть? Нет. Сильно впереди. Нет. На себя больше и вверху. И стараешься больше, тянешься прям вверх. Прям тянешься. Да, тянешься, и рука выпрямляется. Отлично. Да, только руку не закрепощай. Рука, смотри, расслабленная. Движение рукой расслабленное. Бросил, поймал. И перед ловлей, да, ладонь напрягаешь. Ой. Пошли броски вот этого мяча. В ту стеночку кидай. Ближе подходи на линию прям, не отскочит так от стены, ближе еще. И вот смотри, чтобы у тебя локоть сейчас, видишь, как он у тебя, да, он у тебя внизу, он у тебя не должен быть внизу. Выше, после поднятия еще. Да. И вот смотри, опять же, у тебя движение пошло, смотри, броска, вот такое. Не должно быть такое, у тебя рука должна быть, локоть должен быть ближе к голове. Вот движение, смотри, смотри, как локоть у меня к голове. У меня не идет через сторону. Отходи, не отходи, а как бы так, чтобы видно было, где ты кидаешь его. Понимаешь, да, о чем я говорю? Чтобы было видно, что ты его кидаешь не справа. И локоть у тебя, чтобы не отпускался. Будет это так видно или нет? Нет. Стой. Поднимай. Поднимай, поднимай, поднимай. Вот. Вот у тебя рука. Вот она. Зачем ты ее отпускаешь сюда? Вот у тебя ручка. И она у тебя поднята вверх и локоть выше. Вот отсюда. И отсюда идет рука. И вот движение, да, смотри. Замах через верх. Бросок. Рука осталась, кисть закрылась. Не дави, просто выброси. Чуть-чуть, выйди вправо, чуть-чуть. Вот да, вот так. Вот на камеру. Она вот, я не знаю, широкий угол или нет? Ну, широкий, да. И шагай просто на месте. Не шагай. Я пытаюсь здесь. Просто за замах. И вот смотри, движение, да, замаха. Смотри. Смотри, я весь прямой. Смотри, весь прямой. Да? А у тебя идет вот. И потом идет, смотри, вот такой бросок. Здесь наверху. И наверху бросил. Прямо наверху. Представь, что ты перекидываешь сетку высокую. Да. Сейчас видно, как ты тянешься, натягиваешься туда вверх. Хорошо.